умри и мир утверди, возле Господи невидимого. По преданию, икона была написана на камне скалы, где Моисей видел таинственный терновый куст, который горел, но не сгорал. В народе неопалимую купину всегда считали охранительницей от пожара и молнии. Перед образом Божьей Матери с давних времен молились, чтобы эти беды всегда обходили дома. И сейчас Царица Небесная нас не оставляет. Поэтому мы к ней молимся, чтобы она оберегала наши дома от огненных запалений, от несчастных случаев. Чтобы Господь нам по ее молитвам давал благовременные дожди, ветры, чтобы не было стихийных бедствий. Торжественное богослужение в честь престольного праздника иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина» прошло и в одноименном храме, который находится на территории Крымского главка МЧС. После службы спасатели и пожарных благословили. Игорь Кораблев, Татьяна Иванова, Время новостей.